Здравствуйте, здравствуйте. Мы начинаем прямой репортаж о матче, который обещает быть весьма занимательным. Я Василий Уткин, представляю вам своего коллегу по репортажу Василия Соловьева. Добрый вечер, друзья. Я надеюсь, сегодня у вас будет настоящий спектакль, а не матч. Кубковое состязание, скажу вещь банальную, все-таки очень не похоже на обычные игры чемпионата. В них команды не могут себе позволить играть в них. Никогда гол в свои ворота не бывает предсказуемым. Это тяжелая утрата, прям по Шуберту. Как они вывели его на удар. И первый гол на 3-й минуте матча. Ясо. Хорошая позиция для удара. Защитник уверенно отбирает мяч. Уго Алмейда. Да, неудачная попытка. Диего Милито. Давай, вся команда на тебя смотрит. Отличная игра головой. Ну же, давай. Он блокирует этот удар. Он отдает точный пас. Умный пас, умнющий. У нападения множество вариантов. Великолепно, но это еще не все. Еще один соперник остался. Из такого расстояния можно забить. Грубая игра, очень опасный отбор мяча. Похоже, сейчас атаку покажет горчичник. Мне кажется, явно погорячились с этим подкатом защиты. Желтая карточка. Прав судья, по-моему. Карвальо. Игрок выполнил подкат, но до соперника не добрался. Амьясо. Санетти. Рай. Хороший перевод мяча в итальянском стиле. Он блокирует его. Здесь нужен только розыгрыш, и тогда атака может изменить счет. Диего Милито. Да, удачный пас. В смысле, удача помогла мячу дойти до партнера. Сочный дальний удар. Возможно, гол. Игрок бьет по воротам. Перекладина. Не реализован 100% голевой момент. Криштиану Роналду получает мяч. Нужно сейчас подержать мяч. Алмейда! Судья сигнализирует об офсайде. Слаженно защита потрудилась. Судья принимает решение об офсайде. Санетти. И пошли, пошли, пошли. Серия из нескольких передач. Слишком простой мяч для этого вратаря. Голкипер сегодня, ну просто монстр. И реакция, и грамотное расположение в воротах, и хватка какая! Мейрелеш! Мяч попадает в защитника. Если вы хотите обмануть самого профессионального вратаря, бейте в нижний угол ворот. Взять такой мяч невозможно. Ну или практически невозможно. И команда начинает уходить в уверенный отрыв.
Азалвак. Команда идет к штрафной. Многообещающая ситуация. Да, это был опасный прием, однако можно продолжать, показывает судья. Диего Милито. Мяч у защитника. Правильно, не надо бояться длинных переводов. Нарушение на поле. Опасный подкат. Плохо рассчитал защитник. Если бы судью так толкнули в спину, тут же был бы скандал. А так даже карточки не показал. Тоже мне справедливость. Да, не лучший удар. Вот такой свободный удар – это же отличная возможность изменить счет на табло. Но что-то игрок им не воспользовался. Жаль, жаль, жаль. Какая смелая игра головой. Ясно. Диего Милито. Нужно опередить голкипера. Вот так дотянулся до мяча. Азалвак. Вот подача. Нет, этот пас был отдан слишком небрежно. Амьясо. Мощный удар поворотом издалека. И защитник получает мяч. Санетти. Хороший пас. Это риск, но направлен. Защитник правильно оценил ситуацию. Решил не рисковать. Очень здорово сыграно опережение. Амьясо. Очень качественный пас. Территориальное преимущество полностью на стороне атакующих. Месси. Будет борьба в штрафной. Уго Алмейда. Конечно, рискованная передача, но такое обострение. Мяч отобран, судья считает, что фола не было. Теперь только вратарь перед ним. Перерыв, счет 2-0. Все готово к началу второго тайма. Уверен, нас ждет занимательное зрелище. Азалвак. Бьет на удачу. Вратарь правильно выбрал позицию, и мяч сам его нашел. Вратарь накрывал этот мяч в любом случае. Уж слишком правильно он расположился в воротах. Мяч зависает на штрафной. Отлично головой играет защитник. Этого точно не опекали. Сумеет ли он прорваться к воротам? Так поточнее не помешало бы, но в целом ладный ударчик. Тренер явно удручен очередной неудачей своей команды. Уго Алмейда. Рауль Мейрелеш. Карвальо. Рауль Мейрелеш. Месси. Азалвак. Навес. Опасность миновала. Мяч переводится сразу вперед. Да, вот это я понимаю пас. Отлично. Это действие.
Голкипер сыграл на грани возможного. Только так можно спасти ворота своей команды. О, да, мяч за ворота. Я знаю нескольких болельщиков, которые считают, что голы нужно забивать только ногами. А по мне, так игра головой смотрится куда эффектнее. И результаты приносят не менее красивые. Ну, давайте не будем винить голкипера. Просто у него сегодня неудачный день. Это с каждым из нас случается иногда. Что ж, и так можно защищаться. Нарушение правил, штрафной. Единственное, что я могу сказать по этому поводу, однозначная карточка здесь. Почему судья ее не достает, не берусь предположить. Кажется, на защиту ворот бросилась вся команда. Азавак. Фланговый проход. Такие мячи ловит целый день. Вратарь выбивает мяч вперед. Вылетает из штрафной. Роскошный пас. У защиты проблема. Превосходный шанс. Ах, еще бы чуть-чуть пониже. Да неудивительно, что он промазал. Я не склонен его критиковать. Вы только поглядите, сколько там было защитников, а он попытался ударить. Рауль Мейреш. Видимо, его чего-то не рассчитал. О, хороший пас. Роналдо. Неточный, поспешный удар поворотом и промах. Сам удивился. Так легко все прошло в первый раз, а сейчас вдруг мимо. Раз на раз не приходит. И эту замечательную игру продолжает редкий по красоте удар. Как хотелось бы, чтобы этих моментов было побольше. Да это просто невероятная такая скорость. Ясно. Уго Алмейда. Славно. Это Роналду. Нет, это очень еще простым для вратаря. Правильно выбранная позиция в воротах – это залог успешной игры и контроля над ситуацией. Рауль Мейреш. Прочитал игру защитник. Алме и еще один гол. Что в этой игре у него все складывается невероятно удачно. Хет-трик. Ах, какой игрок. Как лихо он пользуется обеими ногами. Диего Милито. Можно продолжать атаку. Рауль Мейреш. Очень удачно выбрано направление. Но надо забивать. Отличная позиция для навеса. Интересно, получится ли у команды реализовать этот угловой удар. Мяч в воздухе. Все замерли. Потеря. Ясо. Великолепно. Я думал, ошибется. Что ж, это аут. Сейчас будут вбрасывать мяч. Диего Милито.
Рауль Нейреш. Из-за боковой будет сбрасывать. Диего Милито. Атака развивается поступательно, но важно быстро принимать. И снова. Смотрите, какой отличный обход защитников. Они совершенно беспомощно выглядят. И какой гол! Разница в счете становится просто угрожающей. Прекрасная игра, нападение теряет мяч. Дальний удар, опасно. Но ничего, стоит брать игру на себя. Я надеюсь, вы не собираетесь обвинять игрока в непрофессионализме. Посмотрите, сколько там было защитников. Он все-таки провел удар, и это уже достижение. 2 минуты компенсирующего времени добавлено арбитром. В такой ситуации бывает трудно выбрать, кому отдать пас. Роналдо! Защитник выполняет опасный подкат, но цель оправдала средства мяча его команды. Он прорывается по краю, оттягивает на себя защитников. И назначается удар от ворот. Итак, 6-0. Окончательный счет матча. Боюсь, проигравшие задумаются о смене тренера.